Всем привет, вы на канале Crypto Commons. Очередные плохие новости. SEC подала в суд на Binance и на CZ. В очередной раз, кстати, уже. В который раз. И BNB, конечно, отреагировал не лучшим образом, ребята. Как вы знаете, я вам давно говорю, что его пора шортить. И вот, походу, началось это движение глобально. Локально, конечно, да. Сейчас прям я не думаю, что нужно его бежать шортить. Вот у нас тут есть некие знаки, что это все может отскочить. Но давайте посмотрим даже хотя бы, как отреагировал BGB, биржевой токен BitGet. Он упал и вырос обратно. А как отреагировал не биржевой токен Bybit? Он просто падает. В принципе, похоже на BNB. Да и биток тоже, в принципе, просто падает. На TRDR отсигналили покупки, но они на самом деле сигналить начали еще вот здесь, поэтому можно сказать, за Epic Fail снова этот наш любимый сигнал. Но вот сейчас он показывает, да, что это сильный уровень, как вы видите. И как минимум будет в бок. Как минимум будет движение в бок от него. Что я лично сделал? Я позакрывал практически все позиции. Вчера не показывал этого, поскольку делал это не с компа. И просто выводил средства, поэтому закрыл еще более-менее удачно. Сохранил большую часть прибыли по битку, по эфиру. Оставил только BitDAO long, потому что BitDAO, в отличие от Binance, я думаю, что очень интересно выглядит на недельном таймфрейме. Посмотрите, где он находится. Он валяется просто ниже плинтуса, поэтому я думаю, что BitDAO именно на споте или в маленьком плече очень интересен. Но у меня сейчас здесь лонг в большом плече, я торгую руками, быстро выхожу, перезахожу, поэтому дисклеймер, не финансовый совет. Тут, конечно, все в моменте выглядит опасно, потому что это может упасть как медвежий треугольник, и тогда уйдет ниже моей цены ликвидации, поэтому я буду разгружаться. Но пока, что я вижу также на 4-часовике, что у нас здесь очень перепроданный RSI. Ультра перепроданный RSI на часовике. Такой, как был вот здесь, или даже вот здесь скорее. После чего был сильный отскок. Поэтому я сейчас стою в BitDAO. Дисклеймер, не финансовый совет. Bybit, ссылка в описании. Обзор, как торговать, сейчас появится сверху. А, я должен сделать объявление. Чуваки, скам алерт. От нашего имени какие-то мошенники в телеге обещают какие-то крышесносные иксы. Просят вас перевести средства. Помните, мы никогда так не делаем. Никаких розыгрышей, никаких депозитов, удвоений и прочее. Пожалуйста, жалуйте их в скам, в спам. И нахрен с пляжа. Спасибо. И ни в коем случае не попадайтесь, конечно же. Все официальные ссылки только у нас в описании под этим видео. Телеграм, канал, чат и прочее. Что с биткоином? С биткоином, ребята, ситуация следующая. Мы исходили точно до 0.5 FIBA пока что, от нее отбились. Я думаю, что как минимум это сильный уровень, с которым стоит считаться. И вот мы вернулись в эту зону интереса. Мы можем здесь, конечно, опуститься все еще ниже на 61.8, это вообще 23 900, примерно 24 000. Но пока об этом говорить преждевременно, поскольку мы вроде как удерживаем 0.5 фибу. Это, конечно, хорошо. Опять же, очень перепроданный RSI на часе, но на 4 часах, в принципе, тоже очень перепроданный RSI. Так что будем посмотреть, как отыграет этот уровень на биткоине. Но что по BNB, давайте подумаем вместе, ребята, потому что глобально, конечно, если мы отдаляемся на дневку, мы видим, что он всего лишь отвалил от вот этого сопротивления и смотрит куда-то туда, на самом деле, кроме шуток, как я вам и говорил, невзирая даже на новости, невзирая на то, что хорошо у Binance дела или плохо, просто BNB очень сильно перенакачан деньгами, посмотрите, он долгое время стоил, ну вот он торговался в канале, даже учитывая то, что это растущий канал, вот он стоил 5, 10, 20 долларов. Сейчас, даже если учитывая то, что это растущий канал, то это 25-75 долларов. Он стоит все еще 275 долларов. Да, он ходил на 600, на 700 почти. Но он, кстати, не переписал хай, в отличие от биткоина, эфира, вторую вершину. Поэтому смотрите, он даже по теханализу смотрит вниз, и в этом нет ничего такого. Да, может быть более сильный отскок с пробитием ложным этой контртрендовой. Может быть все что угодно. Вот у нас может быть сейчас поддержка здесь и забитие в треугольник. Он не обязательно должен сразу падать. Я просто говорю о том, что по теории вероятности в среднесроке, в долгосроке он просто сделает вот эту амплитуду, которую он всегда делает. Вот здесь посмотрите, что было. Тоже были бычьи и медвежьи импульсы, и он возвращался. Тем более к биткоину. Посмотрите, что мы видим к биткоину, что он вообще просто супер на хаях. Все еще он на супер перекупленных значениях, посмотрите. Вот, в логарифме особенно. Ему бы вернуться хотя бы на вот эти предыдущие значения к биткоину, это 500 000 сатоши. Сейчас он стоит 1 000 000.
все еще. Поэтому тут вот смотрим вот за этой некой трендовой, которая сейчас, может быть, будет пробита, и он пойдет вниз. И зашортить биткоину его на такой красной точке, ребята, вообще милое дело. Или даже каким-нибудь альткоином, понимаете, к альткоинам вообще BNB зашортить. Потому что посмотрите на график, например, того же лайткоина к BNB. Ну, тут, мягко говоря, есть потенциал, куда расти. Посмотрите. И, кстати говоря, лайткоин к BNB, вот тут была желтая точка, и мы сейчас уже выше этого уровня. Мы чуть ниже сходили. И тут потенциал как минимум на технический отскок, там, иксов на 10, понимаете, вот к этим обратным значениям. Там на 7, да даже какой иксов 10? Больше. Если он вернется обратно вот к этим значениям, это 5000%, это 50 иксов. Тут потенциал на 50 иксов по лайткоину к BNB, понимаете, если он вернется вот сюда. Вот это BNB просто будет, даже если рынок будет дешеветь к доллару, BNB будет дешеветь стремительнее, и все. Поэтому, ребята, что можно сделать? Зашортить его, конечно же, к альтам. При этом 1000 дисклеймеров, естественно, от Грини, не финансовый совет. А как это можно сделать? Не на фьючах, как вы понимаете. На фьючах вы можете, конечно, его шортить к доллару, хоть на Байбите. Пожалуйста, на свой страх и риск. Но я говорю про более тонкую историю. Зашортить его можно в кросс-марджине. Прямо на Binance, например, мы можем зашортить BNB. Но чтобы зашортить его в марджине, чтобы занять его в марджине, у нас будет с вами hourly interest, интерес в час. Вот такой вот, 0,009%. Берем калькулятор и умножаем на 24. Получаем 0,21% в сутки, умножаем на 365, получаем 80% годовых. Чуваки, стоит занять на одно плечо BNB на Binance. Идем на BitGet, еще интересней, 0,018, 0,44 в день. На BitGet 162% годовых стоит одно плечо BNB. То есть вы будете платить 162% от своей позиции в год за удержание этого плеча. А на Фемиксе, внимание, друзья, барабанная дробь, на нашей любимой бирже Фемикс вы можете занимать BNB сейчас, в том числе и любую другую крипту, Tether, если хотите, под 0%. Эта акция, не знаю, сколько она продлится, но она идет уже 3 месяца, и она все еще идет. И вот мы можем с вами взять на Фемиксе и занять, скажем, 30 BNB под 0%. И вот они появились. Ну, имея какую-то обеспечуху, конечно, у меня вот тут уже были позиции, некоторые я позакрывал специально для этого видео. И вот у нас появились на аккаунте 30 BNB, которые мы можем теперь, друзья, пойти в трейд и продать. Не обязательно сейчас их продавать по этой цене, мы можем продать выше. Мы можем продать на отскоке, если считаем, что он будет. Но, допустим, мы хотим сейчас продать, вот я вам просто показываю, мы продаем 10 BNB по рынку. И получаем USDT. И теперь на этот USDT мы можем покупать альты. Вот в чем смысл лонга альтов к BNB. Вот как он делается в два хода на бирже. Вы можете также делать и на Binance, платить там 80 годовых, или на BitGet 160 годовых. Но можете делать это на Femix по ссылке из описания абсолютно бесплатно под 0%, чуваки. И теперь мы берем на эти деньги, покупаем лайткоин, например. Покупаем лайткоин, у которого скоро халвинг, кстати, на носу. И вот таким образом у нас получается лонг лайткоина к BNB. Это немножко сложно новичкам понять, но тем, кто в теме уже, я думаю, это может быть полезным. Ну и вот таким вот образом, короче, нехитрым можно лонгануть лайткоин к Binance коину на нашей любимой бирже Femex, ссылка на которую есть в описании. Напишите в комментарии, что вы думаете об этой безумной затее. Ставьте лайк обязательно, если вам заходит крипто-видео. А с вами был Гриня, это канал Crypto Commons. Не забывайте, что в долгую сейчас только лонг, только аккумуляция. Всем профитроли, удачи в торговле и до следующей встречи. Пока.